Мерси, благодарю тебе, спасибо, что ты есть. Чамор, алло, где авторов? Нет, ты не... Очки, в какой пару тебе, да? На них даже эти гулёски, они купят. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Чё он там пизданул, этот пиздюк? Может, ему наебашить? Не, не надо. Пусть живет, пусть живет. Это обучалка, что ли? Да, это простое обучание. У меня сейчас нет BMW. У меня есть, я езжу на BMW, но только это не моя, друг дал покататься. Ну, моя, я ее продал другу, а друг дал покататься. Нихуя себе качели. Заткнись. Так, я должен пройти, правильно? I'm sorry, I can't let you... В смысле, я должен проникнуть, правильно? А. As suspected, security won't allow you on board in your current outfit. You should avoid confrontation and look for another way in. That mechanic is in your way. Sneak up and subdue him quietly. Сосать. Смотря. Сейчас я вам передам сразу сходу. Опа! Ты слышал? Я тебе пернул. Привет. Ого, что-то ты слишком сильно увлекся звуковыми эффектами. Что, пытаешься своим пердением меня как-то обидеть? А я-то надеялся на спокойную беседу. Да это самое, я сейчас перданул, да типа как привет тебе, понял? Потому что лучше приветствие ты не заслужил, ты лох. О, вот так даешь сразу. Что, не можешь разговаривать более-менее цивилизованно и сразу переходишь на оскорбление угрозы? Неужели из-за банальной рифмы о Ольге ты так расстроился? А какой Оля? Кто это? Ну, ты ж просил меня написать рифму о ней, вот я и начал писать. По какой-то причине тебе это не понравилось, и ты сразу стал грубить. А ты можешь сейчас рэп зачитать про нежность? Хорошо, сейчас зачитаю рифмованное четверостишие о нежности. Нежность, как солнце, всегда с нами, где бы мы ни были, всегда со мной. Пусть нежность всегда нам сопутствует на пути любви, что по жизни ведет. Нежность, как нежный ангел-страж, ночью и днем не покидает нас. С нежностью всегда вместе мы будем, когда сердце пламенеть начинает. Нихуя себе, вот это да, красиво. Сам сочинил и где-то нашел. Спасибо за комплимент, я пытался передать всю красоту нежности в стихах. И да, это мои авторские строки, придумал сам на свободную тему. Я поздравляю вас, операция в Counter-Strike наконец-то вышла! Брелки, 65 новых скинов, нож кукри! И ты можешь забрать билет новой операции совершенно бесплатно. Как? Рассказываю. У Epic Drop вышла обнова одновременно с CS'ом, и называется она Armory Helper. Это твой помощник по прокачке операции внутри Counter-Strike. Выполняй простые задания на сайте, и уже за 15-й выполненный квест получи целых 2 билета операции или тайное ВП на халяву. Epic Drop — это единственное место, где в кейсе за косарь ты можешь выбить сразу 5 билетов операции. Да, новая операция не обменивается и не продается на торговой площадке, но при выводе билетов операции эпики просто отправят на баланс Steam сумму, равную их стоимости. А ведь Armory Helper — это не просто задание, это целая мини-игра с бесплатными скинами из новых коллекций. Короче, переходи по ссылке и забирай Armory Helper бесплатно, чтобы прокачать операцию в КСК быстрее всех. А можешь еще раз зачитать про нежность? Хорошо, слушай еще раз о нежности. В нежности тайна великая, прикосновение нежное, как взгляд. Нежность, как неуловимый аромат, рассеивает тьму и боль и тревогу. Нежно нежиться, нежно любить, руки ласкать нежно тонкий стан и нежиться всей душой в волшебном танце. Хорошо, давай еще один рифмованный стих про нежность. Нежность, как музыка души, ласкает слух и нежно звучит. И, нежную звуку пробуя, жить хочу только нежно. В нежности тонуть так славно, когда сердце нежно трепещет, и нежнее нежного нет ничего на свете, чем нежное объятие. Ничего нежнее нет, ничего нежнее нет нежного. Ничего нежнее нет нежного. Что, блядь, что? Ничего нежнее нет, чем нежное. Ну это просто, это must have.
Ля лысая. Right. В натуре батуаша. Start by locating your target. Intel suggests he's around the bar area. You're in. Well done, initiate. Right? Ты посмотри, что ты нам показываешь. Ебаное черно-белое хамно, а не кратинка. Отрубай лежи, Мэджи. Пожилой вор. Блядь, что случилось? А хули мне пизды дали? Ну, я цель You're нашел. Well done, initiate. That is your target, Mr. Ritter. Unfortunately, the place is crawling with witnesses. I suggest you follow him. See if you can't isolate him. Ну, базар вокзал. Easy вообще. This is not the goddamn hangar, son. Can't have any grease monkeys tinkering about here, okay? Sir, this is a restricted area. Блять. If assimilation is the name of your game, you'll need a better disguise. Сука. Скажи, был сбой, надо приехать переделать ключ, иначе не попадет в дом. 79 миль, 7750, потом начни подкатывать. Ну сейчас я, наверное, должен, да. Сейчас же я, наверное, должен игру на паузу поставить, чтобы позвонить твоей Зое и ебаной. Тут правильно я тебя понял? Сейчас же твой звонок, он превыше всех вот этих других всех интересов всех здесь. Ты ж как бы здесь самый главный, да, сейчас ты тоже, да, я такой, о, да, типа, о, алло, привет, ну, привет, а туду-туду, блядь, ты типа доволен, всем плохо, ты доволен, да? Your target is down. Now head calmly towards an exit. The red car marks your exfiltration point. Simply push the button and you're in the clear. Изи нахуй. Hello, sailor. Advanced mission training complete. Здравствуйте. Здравствуйте. Слишком много лысого Easy. Контента на стриме. До свидания. Я прошел сильно. Никт Хиев. Я ночной вор. Давай начнем игру нормально уже заново с начала, то есть пройдем полностью все. Тренировка для меня это не является частью испытаний и прохождения. Я должен проходить игру, начиная с точки А. То есть, по факту, это типа главная точка, именно начиналась сюжетная линия. Я хочу сюжет знать, а не просто учиться стрелять с пистолета. Я фрилансер. То есть, пидас. Блять, да пошел ты нахуй, братишка ебаный. Пена, не надо. Не надо. Специально тебя провоцируют. Выводит тебя на агрессию, хочет почувствовать, что ты злишься. Он питается этим, не надо. Я просто спасал его нахуй. Я вижу, как ты злишься. Успокойся. Он просто пидор, знай это. Я знаю, но все равно меня бесит. He's what? If you'll excuse me, Congressman, urgent matter. Do enjoy your meeting. Excuse me, you're making me very uncomfortable. Maybe God rub up against the dog or something what instead. What the hell are you doing now? Ты че, шлюха? Не приела на меня так зыркать, блядь, ты? Сука, вумен. Хули надо ей было? Давай, блядь! Какая, блядь? Вумен, сука. Блядь. А хули она стояла, смотрела на меня, эта тварь. Мне не надо злить, понимаешь, я мужчина. Я орел. Я птица высокого полета. Почини звук. Дед, привет. Да. Покажи им реальный гейминг. Я надеюсь, что будут присутствовать ваншоты и вак-моменты с снайперской винтовки. Продолжаем следить за ситуацией. Добрый вечер и доброй ночи. Я бабу вырву. И шаг. Блять, опять давай женщины, блядь. Деградировать. Пиздец. Доту или КС. Я
Не хочу. Да я вырубил, когда стояла, сука, за мной тварь. Лысая женщина играет за лысого мужчину, а на фоне вякает лысый бот. Батуа, сука, что за лысый контент? Мерзость, гадость, фу, блять, сука. Рот завалил. Трич, ты тоже пидорас, заткнись там, Вовочка, ебаный. Пидорас со Steam Deck'ом. Пошел ты нахуй. Steam Deck, Steam Deck'овская уебища. Make sure to join Dahlia and I for a drink later. There's someone we would like to meet. Now, hold on. Ты можешь починить ебаный звук и картинку. If you'll excuse me, Congressman, urgent matter. Мне нормально, все прекрасно везде. Все супер. Тебе, дебилу, уже говорили это? Но у тебя ж память, как у рыбки. Так что повторю, тебе сначала надо фигуры в отверстие научиться вставлять. А потом уже в игры для взрослых играть. How you doing? Sir, you can't come through here. Sorry. Look, please move don't on. Don't be an asshole, Sebastian. Whether you like it or not, you are hey, the star of the show. Can't be here. And you let me speak the same language, sir. Part. My job's so much easier. No. I am not. Hey, buddy, take him down! Get up! Come on down! Не того, так не того. Работаю. Не люблю скрытые бои. Блять. Блять, хлопнули. Сука, блять, все-таки надо было скрытно работать. Дедушка, да? Настрой звук. Твоя мама пусть настроит меня на секс, а потом пусть со звуком разберется. Я сейчас не занят. Хочешь, чтобы я начал отвлекаться от игрового процесса, в котором я так чуть-чуть туплю, потому что я играю в новость. В новую игру, точнее. Если просто не без скрытности вот так вот сказать, привет, ебанько. Ну так, все, пацана нет, дела закончены, уходим. Почему бы нет? Блять, понял. Почему тебя клон тянет постоянно на лысый контент? Это отвратительно. Кто посоветовал противогазовому эту игру? Она слишком сложная для этого тупого снорка. Так, еще персонаж лысый. Отвратительно. Заткнись! Извините, я нечаянно. Да в смысле, я просто попроверил, блядь, что такое. Так, ребята, давайте не будем усугублять ситуацию, тут накалившись. Просто умрете и до свидания.
Я ненавижу преступность. Блять, уебалась, сука. Ебать ты, сука, лысый пидор, сука, лысая обезьяна. Я варюга позорный. Тхиев. Я просто играю. Блять. Дай, блять, я не ту кнопку нажал, сука, извините. Божики, блять, просто, блять, я перепутал со своей женой. Блять. Извините. Да, блять, я что-то кью нажал, понял, по привычке, думал, это типа скрытность. Понятно все. Далия. How are things? Меня видно или нет? Меня видно? Good. Mr. Decker is on his way from the airport now with the case file. Last remaining copy. Yes, we're meeting shortly. It's time to bury the past once and for all. Меня, по-моему, не видно, да? I understand. I know it is a lot of money. Look, we can argue about this later. I've got a show to run. Извините. Excuse me, could you give me a minute? Thank you. Я говорю, что самое время, я уйду. Здравствуйте. Да, да, так вот это самое, ну как бы это, ну. Ага, ага, да, да, да. Ой, блять, жрать, прикинь, пошли, сука. Малыш, ты не хочешь умереть? Ты умереть не хочешь. Придется тебе, солнышко. О, спасибо, братишка. Так, тут их немного, сейчас отработать всех по бырику и все, наверное, да? Все, изи. Все, изи. А что ж ты делаешь, женщина? Да блять. Сука, ля, он долбоёб. Он не может спрыгнуть, он слабый. Пиздец. Привет, пацаны, я здесь мимо пройду и уйду. Нету тела, нету дела. Слышали новость?
Самара. Всем пока, девчонки. Нету тела, нету дела, ученица. Да, сука. Все, изи. Дело сделал, да. Итак, смотря. Просто изичайше. Нету дела, нету тела. Это какая-то секретная организация, я вдруг называется. Здравствуй, спасибо тебе за детство. Ты мне как сын. Всегда радовался твоим взлетам и переживал за твои падения, которых, кстати, было больше. Беремчато будет. Я никогда не падал. Там новый выпуск. Я с клироса только один раз упал и все. Блять. Здесь меня пиздали, рукопашки наебашили, пацану просто насосало. И далеко меня попустили, бах-бах, и сегодня мам. Не понял, а где сохранение? Я не сохранился, я и шаг. Боже, блять. Ебать, я жидкотелый уёбок. О, господи. В смысле, я не сохранился? Really, oh, really, baby? В смысле, что, серьезно не сохранился человек? Ты что, на приколе, пацана? Ебать ты, девочка. В смысле, я реально не сохранился? Или мне просто показалось, что я не сохранился? Я не пойму, у меня нет сохранения, лох? О, боже, меня вельможа. Мама, у меня... В смысле, ты что, пидор? А, я не сохранился? Я ишак, я гнида. В смысле, подожди, я женщина? Как так? Я тёлка? Ну-ка. А нет, хуй. Тю, ебать, а как так? Блять, что-то умер кто-то. Стример, привет, хуй будешь? Блять, въебало. Почему у меня так сложно игра идет? Я не понимаю, не могу играть в это, сука. Слабенькие, психически нездоровые черные манипулятор, которые не любят Крепус Сити. Фу-ф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 у. Стелс здесь не нужен. Это игра не для стелса. Если стелса для слабых. Тот, кто умеет стрелять, тот играет без стелса. В этой игре нет задумки проходить ее в стелсе. Хитман — это человек, который делает хиты, хитшоты. А не киллер какой-то ебаный, как многие это считают, путают. Я человек хитшот. Хитшот, нахуй. Работает система хитшотов. Человек нуждается в гаечном ключе. Мне нужен гаечный ключ. Олдмен. О, спасибо, дружище.
далеко ли вы собрались, товарищи? О, рыбачки. В могиле половишь рыбу. Да где это падла, а? Блять, она внизу, шлюха. Как попасть в этот ебаный подвал? Уже был. А, так я тут был, подожди. Или это... А, нет, тут не было. А, был какой-то. Блядь. Я же тут вирус убивал. Блядь, сколько тут их, а? Блять, я не пойму, куда идтишка. Ну такое чувство, что нету дела, нету тела. Судьбы не уйдешь, шалава. Пока тепленько, может быть. Смотри.
Боже, как же я играю все-таки красиво. Да. Ну и что скажете, клоуны? Хочу поклоуничать на этот счет, то, что я сейчас очень хорошо и быстро прошел игру. Я жду ваше клоуничество в чате, типа ха-ха, хихи, лох, пи***р, типа очень нежная графика, точнее этот сложность. Давайте по ку-ку-ку мне тут, а. Я посмеюсь хоть просто наше мнение, так сказать. Просто из. Ha ha ha.